Всем привет, привет, привет! Привет, привет! Привет. Смотрите, сколько привет. У нас здесь деталей разбросано. И смотрите. И как вы думаете, какой мы пазл сегодня собираем? Чьи-то непонятные глаза. Узнаете, кто это? Пока нет. Это же наш любимый Винни-Пух. Ну что ты сразу секреты рассказываешь? Начали бы собирать, тогда бы уже было видно. Но все равно еще непонятно. Винни-Пух-то Винни-Пухом. А какой же красочный рисунок у нас получится? Вы уже догадались? По этим мелким-мелким разбросанным кусочкам. Вы смотрели? Ну что, начинается игра. Вы смотрели Винни-Пуха? Это очень интересный мультик. Вот там он шел-шел. Вот и мед хотел забросить на дерево, а его там пчела ушалила. И помните, он сказал, для чего пчелы мед делают? И гривит сам себе, чтоб я его ела. Да, точно, так было. Да, это очень смешно. Зачем, говорит, пчелы делают мед? Конечно же, говорит, для того, чтобы я его ел. А вы знаете, не только медведь ест мед. А кто же еще? Люди. Люди. Они его покупают, да? У пчел забирают. А вот... А расскажи про Винни-Пуха. Как же там было еще? Ему же помогал в этом деле Пятачок. Да. Он у Пятачка что попросил? Говорит, Пятачок, а у тебя есть дома, говорит, шарик? Он говорит, да есть. У него было синий и зеленый. Да, а Винни-Пух какой шарик выбрал? Какого цвета? Синий. А почему он так решил? Роси! Он хотел стать серой тучкой. Да, говорит, он говорит, если я выберу, говорит, зеленый, они подумают, что я, говорит, трава. Что это трава. А если я выберу синий, они подумают, что это тучка. Лучше я, наверное, выберу синий, да? Потому что трава не летает. Ага, и вот наши шарики. Ой. Да, вот наш синий и зеленый шарик, который принес кто? Вот тут вот мы видим вот такой вот пятачок. И чей-то незнакомый ротик. Ротик. Я хочу стать на свое место, Винни-Пух. А я хочу на свое место стать Пятачок. Не мешай ему. Он же так путается. Он сейчас сам возьмет себе все нужные элементики и справится. Ну вы смотрите, как у Пятачка маленькие мини-глазики. Черный-причерный. А помнишь, они песенку еще пели? Куда идем мы с Пятачком? Большой, большой себе. Да. А помнишь, Ослика потерялся хвост. Было дело. Да, это смешная история. Ему подарили. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. А почему Пятачки на... Смотрите, какой Пятачок. А тут Пятачок. Вот шарики. У нас два кусочка. Вот шарики. А это что ты нам показываешь здесь? Ножки. Ножки. Ножки Пятачочка. А скажи. Ой. А вот видите, Винни-Пух-то. Ножки. Кувшин с медом. И смотрите, у него прям мед. Какая вкуснятина. А вы любите мед? Да. А вы, ребята, если вы любите мед, напишите нам в комментариях. Мы тоже любим мед. Ну что, смотрите, пазл собрали. Молодец, молодец. Ты большой, молодец. Пишите в комментариях, если что-то непонятно. Ну что, всем прощаемся? Да. Пока-пока. Пока.